Он абсолютно подтверждает истину, что маленьких ролей не бывает. Любая его работа – вершина актерского мастерства. Его образы абсолютно реалистичны, искренни и узнаваемы. В его фильмографии нет ни одной плохой картины. Он часто играет подлецов и негодяев, но мы, зрители, все равно влюбляемся в его персонажа. Сегодня мой герой – заслуженный артист России Роман Мадянов. Роман, здравствуйте! Очень рада я вас видеть. Скажите, пожалуйста, вы редко даете интервью. Наши судорожные попытки найти какие-то многочасовые программы с вами закончились крахом и провалом. Вам не нравится говорить о себе? Много интервью я давал их. И мне кажется, что я уже все высказал. А, ну понятно. И мне каждый раз надо... Все по новой начинать. Возвращаться назад. А я вроде бы уже это рассказал. И это очень скучно. Утомительно. Я понимаю. Ну вот к вам-то все-таки как-то я сподобился. И спасибо вам за это. На самом деле никогда интервью с интересным человеком не бывает лишним. И спасибо вам еще раз за то, что вы пришли. Вы из какого детства начались? Какое детство? Детство обычное, как у многих десятков миллионов ребят, подмосковные, город Дедовск. Самое страшное наказание – это гулять сегодня не пойдешь. Да-да-да-да. Угу. Велосипед, сколько мы наматывали. У тебя речки, пруды, лес, ботинки разодраны, естественно, все, коленки все в зеленках. Все это мы проходили по полной программе. Рогатки, потом дальше всякие хулиганство, инструменты. Помолчим, так что детство было такое веселое. Ну, не знаю, но какое-то было светлое, хорошее. Оно было бедным. Я не могу сказать, что там купались шикарно. Да, жили достаточно, очень скромно. А родители кто ваши? Мама была заведующей библиотекой. О, это вы, значит, должны были читать, да? И так доступ туда, конечно, был. Угу. До института и чуть позже. Для меня самым лучшим, как сейчас говорят, релаксом, отдыхом, это была книга. Угу. Но так, чтобы никто не мешал. Не мешал, такой. Ага. Полукресло, полудиван. Вода здесь, пепельница здесь, сигареты здесь. Пепельница, ребенок читал. Да, не ребенок, уже в юношестве я имею в виду. Все, вот мне достаточно было того, что я открыл. И самое главное, чтобы уже ни на что не отвлекаться. Нырнул и вынырнул с красными глазами. Да, туда, как в кроличью нору в Алисе. Я так это понимаю. Отец занимался всем. Отец дал много. Он начинал на телевидении в 70-х годах, да, в Останкино. Он и на Мосфильме работал. А кем? Он был вторым режиссером. О, это прилично. А правда, что вы мечтали маленьким совсем быть лесником и жить в лесу? Вот у меня прям картинка. Это стоит заимка где-то в глухом лесу, бревенчатая. Две собаки с ружьем пошел осматривать владению свои. Да-да-да. Вот да, да. Воевода дозором, думаю, да. Кто вот это вот этим занимается? Ну, этим занимается лесник. Я говорю, вот, значит, я хочу быть лесником. Я хочу, чтобы сейчас о вас немножко рассказал ваш брат родной. Ну, пусть расскажет. Мы с ним вот совершенно разные люди по характеру. Это точно. Роман, наверное, вот с годами я начинаю понимать, он как-то мудрее немножко. Он мудро, тихо, спокойно сидит, что-то вот, несмотря на его, так вот, да, все размышляет, вот, все у него по полочкам разложено. Как раз его-то не ругали, доставалось мне в основном. Вот, так же и во дворе. Вот я был такой шебутной, а Ром такой был довольно спокойный, что ли. Мы вдвоем вместе работали в фильме «Все дело в брате». С чего все началось? Мать стала жаловаться отцу.
Ну что, говорит, приходит каждый день, либо кирпичей в матрас кому-то накидают, соседки, которая ругала. Там кому-то что-то порвали, там что-то обрезали, там что-то взорвали, там, блин, что-то подожгли. Он говорит, давай, надо как-то их куда-то... пристроить. И он нас стал таскать на съемки. Угу. В один прекрасный день снимали школу. Ну, дети, перемена. Что, дети носятся? А тут мы вдвоем болтаемся. И отец сказал девочкам, костюмерам, говорит, девчонки, ради Христа, оденьте их в форму и школьную. И туда. Пусть они тут носятся. Ага. Что они болтаются у меня под ногами. Они нам одели форму, ну и мы сразу растворились. В толпе. Там жизнь, хорошо. Кто-то... А в это время на детские съемки приезжало очень много ассистентов режиссеров. Просто отсматривали ребят. Приезжали и смотрели. Угу. Совершенно официально. Оп, хороший там мальчишка. Вот девочка хорошая. Угу. Мальчишка. Раз, записали. Угу. Вызвали на пробу. Та же самая история. С этого все и началось. То есть кто-то приехал. Какой-то мне там но вот этот дал английский. Мне пинка. Я бежал отвечать конкретно. Ага, этому, который пинка ну, дал. Ну, естественно, отвечать-то надо. Ну, да, конечно. Так, что ли, бросить? Абсолютно, так. Да. Вдруг меня какая-то тетка хватает за шиворот. Мальчик, ты чей? Я говорю, иди вон, говорю, папа стоит, пусти, да. И туда, затем. Ага. Заканчивается съемка. Мне отец говорит, ну что, завтра на Мосфильм едем. Будешь встречаться с Данелией. Это вот так получился Том Гекельберри Финн, да? Да. Фильм не Том Сойер называется, он называется «Совсем пропащий». По мотивам, да, угу. Марка Твена. Слушайте, а вы помните вот этот момент, как вы увиделись с Данелией? Это, ну, я это, помню, это, я вошел обыкновенный в кабинет. Дяденька, ну, да? Ну, сидит дядька с усами, седыми, да, да, серьезно. В очках, наверное, да? Поговорили. Что там я в 9 лет-то? Понимал, чё? Конечно. Мне пофиг, кто сидит. Ну, что, ну, сидит, и что, хорошо, здрасте, да. Вот и все. Я приехал. На меня накинули какую-то соломину, дырявую шляпу. Ага. Одели какое-то пальто, сказали, что-то там сделать. Сунули трубку. Я походил, что-то станцевал. Ну, говорит, все, через неделю едем в Прибалтику. Боже мой. Вот так я и попал. Вот так попал в кино Роман Мадянов. Так больше никто не попадет, ребята. Так не бывает. Давайте посмотрим его. Это я. Адольфус? Да? Ты когда-нибудь видел короля? Какого короля? Вильгельма IV. А, этого. Каждый день. Где? Он ходит в нашу церковь. А разве он не в Лондоне живет? Да. Где же ему еще-то жить? Но ведь ты-то живешь в Шеффилде. Где? В Шеффилде. Ну да. Он приезжает к нам, брат Морский Иван. А-а-а. Что ты мелешь? Ведь Шеффилд не на море. А ему эту воду в бочках привозят. У нас там есть такие котлы, и ему эту морскую воду греют. И он купается. Кто? Ну, король. Вот это первая картинка, где была, где Георгий Николаевич там что-то делает. Да-да-да. Ой, слушайте, смотрите, у меня есть специальный даже инструмент для этого. Вот, нет. Вот. Он... Ромка, не грызи ногти. Ага. Мне ногти нужны грязные. Ага. Я сгрызал, когда ногти. Ага. Он хоть как-то пытался кисточкой хоть что-то изобразить, чтобы здесь было грязные ногти. Потому что с грязными ногтями сел за стол и есть с этой ложкой. Вчера человек не играл. Допустим, ему 9 лет. Сегодня его схватили за шиворот, когда он побежал пинка давать. И через неделю он уже играет в кино. Как в это въехать? Танечка, ну вы не забывайте, там был отец. Вот тут его заслуга, конечно, колоссальная.
Во-первых, он рассказал мне о том, что до этого снял Данелия. Потом всегда науськивал. Вот главный человек на съемочной площадке, запомни, никто. Кто-нибудь будет подходить, Рома, вот туда все вопросы. Вот Георгий Николаевич. Вот если он тебе говорит, значит, надо делать. И вы прямо послушались, да? Съемочник, ну а как? Надо, значит, надо. Ехать, так ехать. Надо было просто отрастить волосы, все, договорились со школой. Мне разрешили носить вот такие патлы. Когда там начальник НВП у нас, начальная военная подготовка. Да-да-да. Всех все ходили под полубокс, а тут какой-то шпындерь бегает вот с такими патлами. Был момент небольшой. Ну как, блин, тебя, ты сидишь в классе, тебя из класса забирают, ты выходишь, а там черная «Волга», а на борту киносъемочная. Но, тем не менее, до сих пор дружу со своими одноклассниками замечательными. И они меня всегда уверяли. Говорят, у тебя недолго, говорит, был этот период. Звездный болезнь! Поэтому мы до сих пор сохранили нормальные отношения. Почему вы пошли в театральный институт, а не в кинематографический, Роман? Опять отец. Так. Детский период, да, кино? Угу. У меня получилось 10 фильмов. Ничего себе. Из них 3 главные роли. «Совсем пропащие», «Весенние перевертыши», «Дюшка Тягунов» с Тендряковым, сценарий Тендрякова. И последний «Все дело в брате». Я в ВГИК мог прийти сразу на второй курс. Ну, уже как бы вы профессионал. Вот тут отец сказал. Я, говорит, знаю, насмотрелся киношных артистов. Запомню, у тебя должна быть хорошая театральная школа, если ты хочешь артистом стать. И у тебя должен быть свой дом. Театр. Театр. Угу. Кино, не волнуйся, оно придет, оно уйдет. Оно нахлынет, оно отхлынет, а это у тебя останется навсегда. Запомни. Первый год я не поступил. В одном вузе мне сказали, у вас ни юмора, ни темперамента, ничего нет. Ёлки-палки. Мы вам не советуем поступать. Это дело субъективное. В другой школе меня сразу так раз с ног до головы, ага, маленький. И так я вижу. Вот что я сейчас поставил? Крестик. Он посмотрел на меня, сделал крестик. Ну, давайте, прочитайте. Я говорю, а зачем же я буду читать, если вы крестик напротив меня поставили? Ага. Я что, попугай? Вам же нужны, говорю, тогда, значит, высокие, да? Баритональные мальчики, говорю, нужны. Ну, занимайтесь. Я взял и вышел. Вот так, первый год. Не поступил. Да, как-то в армию сразу неохота идти. На год пришлось спрятаться в институт Курчатова. Хорошее место, чтобы спрятаться. Да. Просто прекрасное, да. Я ведущий чертежник был. Начали поступать. Раз пролет, два пролет, три пролет, четыре. Ну, чего вы, Ромка? Отец говорит, давай, говорит, в институт культуры. Хорошая штука. Пойдешь, может быть, на режиссерский. Если что, я помогу экспликации сделать. Разберемся, не волнуйся. Ты смотрел, видел, наблюдал. Так что... Соображаешь. Как бы мозги на месте, ну, что? Вперед. Мы пошли. Все, я прошел практически. Сдаю документы в Институт культуры. Буквально то ли на следующий, что ли, день мы оказались с отцом в Москве и идем по Собиновскому, бывшему. Японское посольство напротив моя альма-матра.
какой-то скверик, там народ тусуется. И отец говорит: о, смотри, сегодня последний день приемных. Он говорит: давай. Я говорю: чего? А что давать, документов нет, все сдали. А мы что-то голодные, ехали домой в Дедовск, и уже такой, уже день. Заканчивается. Жрать охота. Он говорит: давай, давай, что ты ленишься-то? Давай, Андреев, папа, Андреев набирает, и Ремес набирает, Оскар Яковлевич. Вперед, давай, к одному и ко второму. Меня записали. Ну, давай, батя сказал, значит, надо. Ага. Эх, у Андреева. Ага. Нет в списках, а у Ремеса какой-то слет. Все педагоги, кроме него. И какой-то финальный дел, и вызывают не по десятке, а по двадцатке. Не по одному заходят? Это называется так. А вдруг что попадет? Невод, невод забрасывает. Так, так. Ну, прям ну, детектив пишет. Детектив прям пишет. Встал, прочел, голодный и злой. Вышел, постоял. Вынесли бумажку. Ну, давай, кме, 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 кме. Смотрю. Опа, все, Марьянова нет. Ну, все, не взяли. Ага. Пап, поехали. Мы сели, приезжаем в Дедовск. Все, мам накрыла, все, поели. Я тазик борща опустил, прошел. Красота. Звонок в дверь в Дедовске. Здравствуйте, я старший преподаватель по сценической речи ГИТИСа. Владимир Александрович Алферьев. Обалдеть! Просто! Он говорит: Оскар Яковлевич хочет с вами поговорить. Из всей двадцатки вам поставили самое большое количество баллов, все педагоги. Почему вас не вписали? Какая-то случайность. Ну, да, тут да, не да. Вписал случайно. Я думаю, ёперный театр. Сейчас с полным брюхом ехать в Москву. Полтора часа, я говорю, сытый Харри. Вот так вот читать какие-то монолог Лапуши. Приведите меня к нему. Когда? Я хочу видеть. Я хочу видеть этого человека. Ну, я думаю, гибель. Все. Если сейчас мы приезжаем, и вдруг... Технический перерыв. В электричках. Железнодорожный. Да, опа, да, да, на да. Полтора часа. Мы приезжаем, а Оскар Яковлевич уже не может меня слушать. И слава богу. И хорошо, что не послушал. Он говорит: хорошо, я вас пропускаю сразу на конкурс, а там мы уже решим. Я говорю: хорошо. Ну, был конкурс, все почитали. Теперь давайте вот чувство ритма. Давайте сейчас вы будете должны выбрать себе, значит, пару. И вот попробуем там потанцевать. Я смотрю напротив. Ой, какая мелкая маленькая девочка сидит. Да и я тоже метр с кепкой. Пара. Пока я варежкой щелкал, самый здоровый лось ее забрал. Я так... И мне досталось. Грудь большая, в зажиме. У нее такие красные розовые щеки были. Педалами. Ну, то ли из деревни. Все, она меня как за левую руку как взяла. Я понял. Опа, все. Она меня так раз под талию. Я говорю: блин, я по-мужски должен брать тебя. Она уже ничего не видела. У нее зажим. И она, главное, меня так взяла. И так раз. И я понял, что я земли не касаюсь. А у нее зажим, там врубают вальс. Я говорю: вальс, танцуй. А я, простите, у меня лицо-то там, между двух. Я дышать не могу. Я периодически только глоток сделаю и назад в грудь. Я говорю: вальс, танцуй, лошадь. А она танго.
Я так, у меня глаз щелка из-за груди там вылезла. Я так в приемную комиссию, я смотрю, ремеза нету. Он красный, с платком. Педагогов нету, они валяются. Остальные все в тумане. Я уже отвалили от меня. Я скрыл, мне тут как после... Блин, как после наручников такие красные пятна. Ну, в общем, раз, успокоились, остыли эти. Воздух ртом хватает. И вдруг убийственный вопрос. Вдруг Ремез говорит: да вы же в кино снимались. Да. А тогда по театральный вуз и кино – это отчисление сразу. Я говорю, да, снимался. Но я даю вам слово, если я поступаю, то до 4-го курса, до диплома я не снимаюсь. Он говорит, хорошо, договорились. Меня берут, я говорю, но у меня документы, говорю, в другом институте. А сегодня последний день сдачи документов. Ремез пошел куда-то там, туда, и мне потом рассказывали. Он вошел и сказал, мне вот этот парень нужен. Он говорит, нет, как, мы уже, мы троих отчислили, не успели документы привезти. Он говорит, тогда я кладу партбилет на стол. О, как! Говорю, я говорю, что перестаньте, уберите. Хорошо, когда может привезти? Завтра. Ну ладно, пусть привозит. А в Маяковскую, ну, вы как попали? Я поступил на режиссерский факультет, актерская группа. А в институте как? Завкафедрой режиссуры был Андрей Александрович Гончаров. Все наши экзамены, все наши зачеты смотрел он. Из первого курса он как увидел меня, и стали делать только так. Начало экзамена, главное, Мадянова первого выведите, чтобы Гончаров он не сразу. Орал. И потом экзамен пойдет. Осенью 83-го года я еще студент. Меня вызывают Гончарова в театр Маяковского, к нему в кабинет. Мне он попросил, можешь помочь? Тот Володя Ильин зашивается. Театр выпускал спектакль «Агент 2.0». И Володя там играл в одной из главных ролей. А тут надо было играть сказки. Но тяжело, правда, играть сказки. С агентом вместе. Да, с агентом потом вечером. Но тяжелый очень график. И 19 декабря 1983 года я впервые вышел на основную сцену театра Маяковского. Помните мой разговор про отца? Про дом, который должен у тебя быть? Конечно. Ну, так вот, когда мы ходили по театрам, один из приездов был, мы посмотрели спектакль в театре Маяковского. Я посмотрел здание, я выходил, и для себя четко подумал. Да, вот хорошо бы остаться в этом доме. Потом я 4 года ходил мимо этого дома. Дома. И в этом же доме оказался. Дайте Ольгу Прокофьеву, давайте, послушаем, как давайте. Она будет нас хвалить. Для меня работы Романа Мадянова в институте вызывали в своем удивление. Я не понимала, что этот человек делает здесь, в институте. Он настолько готовый артист. Может быть, даже его педагоги не понимали, правда, они в этом, наверное, не признавались. Он выходил, и он был такой профессиональный, такой точный. Ну вот это, вы знаете, это от Бога. Ромку поцеловал Господь прямо в макушку. И вот, наверное, он понял, что надо там это Господа не разочаровать, трудиться, и тогда уже все будет. Что и случилось. Меня как-то спросили,
какие мои любимые партнеры мужчины. И из трех любимых партнеров я назвала Мадянова, потому что с ним очень существовать на сцене комфортно, интересно. Я, когда с ним существую, я настолько могу быть в партнере, играть его. Мне очень легко, потому что я знаю, что отдача будет всегда сумасшедшая. У Мадянова не бывает спектаклей, где он работает в пол ноги, в пол силы. Это всегда, если какие-то роли очень активные, это всегда льющийся пот, потому что это затраты эмоциональные очень сильные. Вот. И ты знаешь, что будет отдача сумасшедшая, и ты, не надо тебе что-то доигрывать, как у нас иногда бывает за партнеров. Бывает. Слушайте, а вспоминают, что Гончаров был тяжелейший человек, что он так орал? Иногда он будоражил так артистов. Потому что он не любил, когда артист выходит. Он говорил, нельзя выходить на сцену с температурой 36,6. Угу. Зритель сел смотреть. Вот и вышло. Падают номерки. Когда же? А когда ты сел? Некогда номерку падать. Упал, потом подниму. Лишь бы не оторваться. Вот и все. Он умел и больно ударить, он умел обидеть, он знал, как это делать. Да, да, да. Спокойный да, да. Очень выходит. Да, нельзя спокойным, понимаю. Иногда прекрасно. Иногда ему надо было довести... Да, до кипения. До слез, чтобы потом... И вдруг пошла репетиция. Понятно. А вы, вот так пообещав тогда Ремезу не сниматься, так и не снимались? Нет. Ну, я слово дал. Была масса приглашений за время учебы в ГИТИСе. Ну, я понимаю, конечно. Я понимал, что я упускаю колоссальные... Колоссальные возможности. Колоссальные каждый возможности, божий день, конечно. Время. Угу. Так что, когда я там служил, тут уже возникали звезды. А вот эта вот мысль вас не точила, что, я не знаю, какие-то ваши знакомцы институтские или какие-то там приятели уже в кино в этом, да? Нет. А вы Гончарову служите, потому да. Что дали слово. Тебя взял человек в театр. Тебя человек делает артиста. Как я мог деда подвести? Взять вот Гончарову и сказать... А я уйду сейчас из театра. Угу. Для себя внутренне сказал, орёт, не орёт. Делает из тебя артиста. Я пришел на театр Маяковского. Я выпускал спектакль. Пусть он долго репетировался. Угу. Годами. Но выпускали спектакль, я тут же получал уже следующую роль на следующий выпуск. Угу. То есть я практически... Работал не выходя из кассы. Mm-hmm. Не выходя из кассы. Я сказал, пока этот человек жив, то я из театра Маяковского не уйду. Не смогу. Mm-hmm. Я знал, что когда-нибудь все равно прорвется. Да-да-да. Я был уверен в этом. Да-да. Я внутренне знал. Ты точи, пилите, точи, Шура. Шура, пилите. Да. Пилите, Шура. А исходя из каких соображений вы выбирали и выбираете? Ну, вот такой эпизод. Ну, играет Роман Мадянов, и мы все помним это. Дико, раньше-то у меня особо большого выбора такого не было. Что там выбирать-то? Тебе предложили. Вот у тебя есть. Нет, ну одно дело Данелия предложила, вот а другое дело не Данелия предложила. Хорошо, не Данелия. Важно. Значит, прийти надо честно, сделать свое дело, и все. Не выходить с температуры 36,6 в эпизод. Фрагмент посмотрим из фильма. И привилегии ради власти, и просто по привычке. Вот, пожалуйста, давайте только вот об этом не будем. Мы разные люди были. Ну, у меня отец был секретарем обкома на Урале. Ну, о чем вы говорите? Ну, какие привилегии? Мы его годами дома не видели. В 50 лет сердце изношено. А когда на пенсию отправили, то он за 3 месяца сгорел. Как выплюнули, как изжеванную бумагу. О чем вы? Какие привилегии? Смотрите. Что это такое? Что такое? Это что ой, такое? Ой, прекрасно. Чудесный лозунг. Это вы придумали такую наклейку? Лозунг. Ее можно прям куда-нибудь наклеить. Да, я да. Могу сюда себе приклеить. Да, я очень люблю сниматься в кино. Я всегда говорил.
Лучше плохая рыбалка, чем хорошая работа. Вот и все. Это чистая правда. Вы рыбак? А вот когда съемка не идет, вот это я всегда любил. Лучше бы я сейчас был на рыбалке. Друг за другом с некоторой горячностью создадим иллюзию захламленности на шомполе событийного ряда с телеграммой в зрительный зал. Гениально. Гениально. Рыбалка-то это такой, мне кажется, вид отдыха не для темпераментного человека или для темпераментного в самый раз. Когда ты сидишь 8 часов и смотришь на поплавок на это, а он не с места. Нет, ну, я же спиннингист. Да, это круто. Это круто. Почему? Но иногда люблю посидеть с поплавком. Угу. Значит, надо собрать мысли. Угу. Малый круг, внимание. И народу никого. Слишком много. Вот представляете, тебе кладут вот такую вот стопку текста. Угу. И вот это все в голове. Угу. Ну, что-то ты выбрасываешь сразу. Мозг выбрасывает, сразу зачеркивает твои файлы. А некоторые остаются, зараза, и остаются надолго. Угу. И они все время... Точно. И вот хочется... за ними. Вот, да, и начинает, да, включается все, как реактор. Это абсолютно. Поэтому абсолютно. Хочется поехать на рыбалку. Главное, чтобы не было народу никого. Угу. Главное, чтобы был не урбанистический пейзаж. И суженный круг внимания. Либо это спиннинг, либо это поплавок. И тогда все. Результат важен или рыбалка может абсолютно быть без результата? Не важно. Да, ну набивать рыбу и холодильник, когда можно пойти в магазин и купить. Ну зачем же? То есть самое главное процесс, а не результат. Поймал, отпусти, поблагодари. Благодари, девки. Брат, сейчас я хочу вас еще раз послушать. Рыбалка у него. Это просто вот хобби такое, что профессионал практически. Просто профессионал. Вот если есть какая-то лужа, любая, и в ней плавает вот такая рыбка, это поймает. Вот гарантирую. Вот. Это его хобби, просто страсть. Он у себя в пруду там разводит какую-то рыбу. И вот прям это у него, знаете, вот жуткая страсть. Едут с женой по кольцевой дороге. Остановились что-то там. Котеночек валяется в канаве, в грязной. Ну, сдох практически, еле уже дышит, там еле мяукает. Вот такой малюсенький. Подобрали, выкормили, вылечили, выхотили. Вот такой вот котяра, килограмм на 5, наверное, шнурок они его называют. Шикарный совершенно кот, живет у него там на даче. И второе, это вот с собачкой с этой тоже шли они с женой. И какой-то подонок взял, просто привязал к столбу французский бульдожик, самочка. Подобрали собачку, ветклинику, вылечили, все. Сейчас вот второй или третий год живет уже у них французская бульдожечка. По-моему, Фени они ее, по-моему, называют. Вот. А так до этого были хорьки, кролики. Змей только, по-моему, никаких не было. Что-то у него, в общем, полный зоопарк. Это вот буквально, ну, муху не обидит. Слушайте, Ром, а ваша жена добрый человек, да? Бесконечно. Сочувствующий? Абсолютно. Ну, как, ну, вот, видите. Ну, как, женщины разные бывают. Как так? Разные? Вон, туречка моя. А вы как-то женились раз и навсегда? Да, раз и навсегда, да. А как это у вас так получилось? Хотя вы уже взрослым, да, были, когда женились? Не в 20 лет. Да. Как дед, однолюб. Нужно хорошо выбирать и искать? Или это просто повезло? Не знаю. Во-первых, мы и венчались. Это дело не в этом. У нас разные отношения были как бы в жизни, но тем не менее. То, что касается ее абсолютного тепла, доброты, готовности всегда прийти на помощь. Угу. И абсолютно сердобольный человек. Хорек кусался в ее руках. Все через неделю. Это было абсолютно... Ручной человек. Ручное, да, ручной, да, ручной человек. Кошка не принимает, сторонится. Через неделю только любовью.
уже бежит, хвост задрали, вперед. Мяу, мяу, мам, мам. Все абсолютно. Я просто понимаю прекрасно. Всех лечит, всех любит. Совсем не каждая женщина, не то, что не каждая, а редкая женщина, вот так из канавы достав какое-то существо, которое уже вот-вот концы отдаст, понимаете, будет его выхаживать и выходит, отвяжет от столба там какую-то брошенную собаку, домой приведет и тоже выходит. Это, ну, редкий человек. Наташа, вы редкий человек. Слушайте, а сын ваш, с вашей точки зрения, артист? Ну, у него, возможно, могли бы быть задатки. Но я давить не стал. Угу. Вот он сам это как-то с самого начала не принял. А я давить не стал. Угу. Хотя я говорил абсолютные такие классические аргументы, приводил ему. Ты понимаешь? Что пока, грубо говоря, папа в силе. Да, да. Я папа могу поможет. Помочь, могу подсказать. Говорит, нет, пап. Вот он сказал нет. Он мне один раз признался и сказал, когда он пришел, вышел на... Я привел в очередной раз там в театр, когда приезжал он со мной. Зрителей еще не было. Он вышел в пустой зрительный зал, смотрел на балконы, на все. Вот это, говорит, будет полный. Я говорю, да, сегодня биток. Он говорит, я, говорит, представления не имею, что ты можешь еще что-то говорить, что-то делать, когда будет столько народу. Да, да. Да, и все. Это правда. Это представить невозможно. Его воспитание, это в основном жены докука, конечно, да? Или да, у вас хватает только, сил? Только, ну, у меня была какая-то возможность, конечно, к нему прикоснуться, к сынули-то любимому, конечно. Была, но в основном, потому что пока в школе, она и молодец, Наталья у меня, Тулечка у меня, она пошла именно пошла работать даже в ту школу, в которой громко учился, чтобы просто контролировать ситуацию. Просто чтобы контролировать ситуацию. И пока он, в принципе, ну, из школы приходил, я какие-то такие понятия мужские объяснял парню, какое-то влияние я имею. Единственное, в плане выбора профессии. Я все время больше его в это тюкал. Думай, чем заниматься будешь. И чего он надумал? Так он сейчас операторский заканчивает. Слушайте, ну это хорошая, это прям классная профессия. Вы знаете, я хочу вам сказать, прощаясь, да, что нашу жизнь зрительскую, да, вы меняете все время. И меняете к лучшему. Потому что если, особенно вот в последние годы, если выходит какое-то приличное кино, то там играет Роман Мадян. И спасибо вам за это. И я надеюсь, что вот во время программы нашей, да, вы не думали, лучше бы я сейчас был на рыбалке. Нет, я с удовольствием с вами провел эти... Я сбился, я даже время счастливые часов не наблюдаю. Спасибо вам огромное. Вот чем можно измерить талант? Мне кажется, в случае Романа Мадянова, как странно это ни прозвучит, его порядочностью. Он настолько добросовестно относится к своему делу, так боится подвести, что в итоге все, что он делает, получается бесконечно талантливо.